Ребят, всех приветствую на канале Бодрые ставки на спорт. Сегодня у меня будет много прогнозов. Буду разбирать первую лигу Франции и чемпионат Италии серии А. Ну, в общем, поехали. Первую ставку я здесь возьму экспрессом. Ювентус Торино. Первый тайм. Желтые карточки. Победа или ничья первых. Это событие я включу в экспресс. Второе событие, которое я сюда включу, это то же самое, желтые карточки. Первый тайм, победа или ничья вторых. Это она будет моя первая ставка за ЗКФ 1.61. Так, ну и поехали дальше. Следующая моя ставка будет, это удары по воротам. Здесь предполагаю, что слишком большую фору дает, конечно, Лилю букмекер. Буду брать победу Меца с форой плюс 4,5. ЗКФ 1,8. Третья ставка здесь и будет. Это процент владения мячом. Лиль Мец. И также я думаю, что здесь букмекер слишком большую фору дает на процент владения мячом на команду Лиль. Слишком большую ставку он на него делает. Здесь я возьму на процент владения мячом Лиль меньше 58,5% за основное время. Следующая моя ставка будет, это процент владения мячом Ювентус Торино. Здесь я предпочтение даю Торино. По минимуму, думаю, свои 47% он возьмет. Поэтому четвертая моя ставка будет на владение мячом первой команды меньше 55,5. То есть Ювентус наберет меньше 55%. Контроль мяча у Торино высокий. У Ювентуса не лучше контроль владения мяча. Так что думаю, здесь эта ставка зайдет. Следующая моя ставка, это будут удары по воротам Ювентус Торино. Я возьму фору минус 2,5 удара первой команды, то есть Ювентуса. Здесь я предпочтение даю Ювентусу, что ударов по вороту больше будет у него. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, на удачу. Соберем лайков, чтобы все ставки мои зашли. Давайте, ждем матча. Всем успехов, всем доброго.